А тем, кто употребляет синтетику, здоровье спасти еще сложнее. Курские полицейские задержали женщину, подозреваемую в хранении и перевозке крупной партии спайсов и солей. Она родом из Воронежа, но угостить синтетическим ядом решила жителей Курской области. А заработок на чужом несчастье наказывается по закону. На 23-м километре трассы Курск-Борисоглебск при реализации сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков оперативных материалов совместно с инспекторами ДПС была задержана гражданка России, у которой при личном досмотре было изъято синтетические наркотические средства общим весом более 826 грамм. Покупатели заказывали наркотики через интернет. Распространить синтетику женщина должна была с помощью тайников закладок. При задержании сама она была в состоянии наркотического опьянения. По закону подозреваемый может грозить до 10 лет лишения свободы.